Александр, мне 29 лет. 10 лет своей жизни я потратил на употребление. Это с 15 по 25. Вот, общий стаж 10 лет у меня был. Ну чё, граждане наркоманы и просто неравнодушные, а также тунеядцы, алкоголики и также их родители, приветствую вас в рубрике «Говорящая наркомания голова». Сегодня 8 декабря, а значит, я ровно 8 счастливых дней с поддержкой команды форума. В 2019 году, в конце, в декабре, когда в жизни у меня все стало очень плохо, окончательно уже, и нужно было выбирать либо смерть, либо жизнь, я нашел, стал искать помощи и нашел ресурс «Ноунарко», с помощью которого я смог выбраться из этой зависимости, смог победить эту всю историю. Дал себе установку, что я буду искать ответ не в пакетике, а буду писать на форум. Я получаю реально очень много поддержки, там реально живые люди, родители наркоманов. Да это не важно, там просто люди и личности, они хотят помочь, они неравнодушны к этому. Мне это очень помогает. И спустя 4 года сейчас я хочу передать огромный привет команде «Ноунарко», всей Юле, Владимиру Борисовичу, Антону. Юля – это Рената Башарова, это автор статей, с помощью которых, автор статей вообще программы, с помощью которой я получил базу еще тогда. Поддержкой текстов, которые я читаю. Ну, я, правда, прочитал их пока всего 4, нет, пишу 15. Ой, прошу прощения, я буду стараться следить за своим матом. Прочитал я пока 15 текстов. Дозированно для себя я это все получаю, дозированно. Пока что я не могу дать никаких комментариев от себя, потому что должна быть более-менее общая картина какая-то. Но, тем не менее, 8 дней, я жив. И даже срывы, там пару срывов за эти 4 года не смогли меня сломать. Я нашел в себе силы, находил каждый раз вставать на ноги, вот, цепляться за жизнь и бросать это дело окончательно, вот. Ну, правда, я пока нахожусь в Подмосковье, и особо я еще так понял, что я только готовлюсь к жести, которая мне предстоит, видимо, здесь. Триггеров-то особо много триггеров здесь и нету, чтобы появлялась тяга. Но когда я приеду в Отрадное обратно, вот тут-то начнется самая веселуха. Я проходил программу еще на дому с помощью статей и сидел дома. У меня не было денег на реабилитационный центр, и я это смог дома, сам, самостоятельно, с помощью поддержки команды и статей. И вот я живой пример. Спустя 4 года я трезвый, счастливый человек, здоровый, победивший эту дрянь, эту болезнь, заразу, да как хотите, называйте. Вот, еще раз хочу передать всем привет, всем, кто меня помнит и помогал мне. Я жив, здоров, у меня все хорошо. Я живу счастливой, обычной жизнью нормального человека и никогда не буду употреблять больше наркотики. Вот, всем спасибо, верьте в себя, это возможно, все вот здесь. Вот, всем хочу пожелать удачи и сил, главное, силы, веры в себя справиться с этой гадостью, с этой дрянью, болезнью и жить счастливо. Всем.